Ну и теперь в нашего белого штурмовика. Смотрите. Огромную посылку мы получили на 23 февраля. Какая? Да, сейчас, конечно, уже далеко не 23 февраля. Я вижу что-то там красно-черное. Да где ты там видишь, что придумываешь? Не было времени у нас ее открыть совсем. Сейчас уже март, и вот мы наконец-то до нее добрались. Эту посылку нам прислали кто? Чертята. Да, канал Чертята. Они нас уже задаривают не первый раз, кстати, у нас есть... Вот такой Nissan GT-R. Вот такой вот крутейший Nissan GT-R они нам дарили. Если вы не видели, посмотрите, у нас на канале есть... Такая же распаковка. Кстати, и сегодня есть... у нас новая посылка, это... вот такая огромная. Кстати, здесь есть плюс, здесь пузырики. Их можно лопать бесконечно. Ладно, все, мы друг друга перекрываем этой огромной посылкой. Давай ее уже будем открывать. Что там внутри? Я встану. Давай, конечно. Что там внутри? Абсолютно непонятно. Я заметил, через дырочку там какая-то коробка и оранжевая полоска. Там где какие-то буквы. Давайте будем смотреть. Ой! Вот это посылка, вот это круто. Сейчас, подождите. О, я уже вижу, что там опять какая-то гигантская, классная, крутая посылка. Так, давай начнем с малого. Давай начнем вот с этого. Так, давай я. О, и тут еще. Тут еще и письмо с 23 февраля. Давай сейчас я будем прочитаю. Смотреть. Давай, давай. А я пока вот это вот открою. Уважаемый рыжий кот, от всей души. Поздравляем! Уважаемый рыжий кот, от всей души поздравляем мужскую половину вашего канала с 23 февраля. В честь этого праздника отправляем вам подарок! Радиоуправляемый танк, прикинь! Радиоуправляемый танк, который не только стреляет пульками, но и имеет генератор дыма. Офигеть! Сейчас все это будем смотреть, что добавляет реализм игрушки, а также мы не забываем... Мы не забыли про кружки, которые вы выиграли. А, я же выиграл кружки на канале, точно! Граната! О-хо-хо-хо-хо! 23 февраля у нас в посылке еще и граната от технопарк. Обалдеть. И еще не одна. И кружка опять! И кружка, но в этот раз это то, что мы выиграли. Я выиграл. Я у них в конкурсе участвовал на канале. Я выиграл, я угадал, сколько их папе лет. Вот такая вот классная кружка из Роза Хутор, да, или с Роза Хутор. Так, ну что. Этот пакет похож, как будто они. Наверное, они взяли этот пакет с Макдональдса, да? Не знаю, я думаю, что нет. Так, давай открывать эти гранаты. На, держи. Так. Открывай гранаты. Я пока дальше прочитаю. Спасибо вам за участие, нам очень приятно. Ну, это имеется в виду про конкурс с кружками. Что такой крутой канал принял участие в нашем конкурсе. Ой, да ладно, крутой. Ну и так, ну и раз сейчас мы отмечаем мужской праздник 23 февраля, то мужик, то кружки мы дополнили соответствующим сюрпризом. Вот этот сюрприз. Надеемся, что вам все понравится. С уважением, ваши преданные подписчики канала Чертята. Круто, спасибо. Там БТР-ка. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот это граната, вот это круто. Ну-ка. Точно, БТР-ка. Ну-ка, мама, сними. А какие тут по две тачки? А, нет. А здесь что? Это такой грузовик. Там я видела. БТР это очень классная машина. Она очень много стреляет. И у нее очень много колес. Вот как вы видите. Да, а здесь у нас какая-то... Это ракетница. Ракетница, это гаубица Катюша, не гаубица, кто это, я не знаю. Я это не ракетница. Разбираюсь в военной технике. Это ракетница, она Ладно, стреляет пусть будет... очень много ракет, вот так. Дим, покажи мне. Пусть вот будет ракетница, да, смотрите. Она все. Короче, это были классные призы, подарки, сюрпризы маленькие, мы их вот сюда уберем. А сейчас надо переходить к основному блюду. И смотрите, вот я вам покажу, как это выглядит. Вы просто удивитесь, смотрите. Бош! Давай сейчас это перевернем и достанем. Да, конечно, сейчас перевернем и достанем. Сейчас у нас оператор там поработает немного. Обалдеть! Ты видел, какие здесь картинки? Смотри. Да. Круть, давай доставай. А, кстати, он еще увидел, там написано... О, давай! Так это Т-90, прикинь! Я что-то сразу-то и не прочитал. Вау! Вау! Нифига! Обалдеть! Он... Кстати, мы его еще на полу вроде испытаем, да? Да, конечно, испытаем. Russian же... Т-90. Офигеть! А ты прикинь, это русский! Ну да, Т-90, это же наш отечественный танк. Да. Такой гигантский размер, обалдеть. Он двигается во всех направлениях, вот тут сверху написано, вперед-назад стреляет, ездит в гору под углом 30 градусов. У него двигается пушка, у него двигается башня, прикинь. Смотри.
Он может любой объект. Давай вот так тебе покажем. Да, у него мягкие гусеницы, как настоящие. А, что еще? Он дым испускает настоящий, подсветка, стреляет резиновыми пульками, свет, звук, двигается башня. Блин, надо быстрее уже открывать. Так. Давай. А как его открывать? А, здесь скотч, да нет. Сейчас, подожди. Дай мне я подработаю. На, держи. Аккурат подработаешь? На подработку парень пошел. Тихо. Ты как будто консервную банку открываешь. Давай я тебе помогу. У нас там кошка что-то исполняет. Разбесилась кошка. Для кошки домик прислали. Для кошки домик, а для нас танк. А зачем ты перевернул? Потому что вот так это делается. Потому. Ау, 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 помогай. Нет, вот сейчас снизу, вон там, вытаскивай его, давай, быстрее. Ау, о, пошел. Я ненавижу звук пенопласта, как помнишь? Тихо, аккуратно, главное, чтобы ничего не разбить. Вообще, так, кстати, никто ненавидит звук пенопласта, вот когда его режут, да, такой... Вообще, блин, вообще такой звук так, вообще, блин, прости. Где верх, где низ? Напишите, кому еще из вас не нравится звук пенопласта. А, смотри, его надо собирать. Только тут еще... Что там, сколько происходит? Наш танк еще нужно собирать. Так, у нас здесь какие-то провода. А это что такое? Сейчас, это... подождите. Сейчас, это подожди. Подожди, там важный процесс. Кошка что-то хочет сделать. Что-то она хочет исполнить. Это же кот. Куда ты, дура? Ну-ка. Куда ты, дура? Чертя там поедешь? Нет. Ладно, пусть она там. Смотри, тут какая-то сосочка. Это не сосочка. Это масло. Это, наверное, масло. Или это... это дым. Это, скорее всего, дым жидкий. Точно, я понял, чтобы он... А здесь зарядник дымил. Еще. Зарядник для аккумулятора. Ну, это понятно. А это, смотри, это пули настоящие. Пули, прикинь. Коктейшн. Так, отсюда все достали. Я ну что? Я сейчас открою по-быстренькому. Давай по-быстренькому. А я пока открою... Танк сам, мы его уже наконец-то увидим. Это же такая круть. О, нифига, смотри. Так, открыл. Ага, как будто бы конфетки, но главное их не съесть, да? Ну да. Что, ты готов? Да. Давай, сейчас мы наконец-то увидим настоящий размер его. И... О, нифига! Вот это гигант! Вы танище. Только посмотрите. Танище. 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 Танос. Так. Так, тихо, не сломай. Не сломай. Мы еще даже не попробовали его включить. Не хотелось бы сломать. Еще? Так, как его достать? Смотри! У него люк открывается! Жесть! Вот это реальная игрушка! Офигеть! Извините меня за слово офигеть, которое я произношу так часто, да? Но, блин, других слов нет. Обалдеть, вот. Еще пульт. Блин и еще блин, черт. Да, еще и черт, да. Короче. Смотрите, как пульт. Смотрите, то есть смотрите, он поворачивает, а мы думаем, как вперед, смотрите. Каждая гусеница управляется по отдельности, да, наверное? Да. Обалдеть, вот это реально размерчик, да? Для сравнения. Так, здесь ничего нет? Смотрите. Машина огромная, танк еще больше. Ну не больше, практически такой же, но так как это танк, выглядит он как-то поболее. Кстати, танк. Теперь нам нужно его собрать. Кстати, ты знаешь что? Что? Это такие бочки, которые кладут там патроны, там, ну они потом заряжаются. Это у него вот здесь навесное оборудование, запасное топливо, наверное. Да, запасное топливо. Короче, эту штуку нам придется сейчас собирать. И вот еще одна. Кстати. Да, давай мы с тобой сейчас быстро все это соберем. Чтобы зрители наших не заставлять ждать, и потом резко все покажем им. Да. Давайте. Ну что, прошло полтора часа, и мы закончили собирать наш танк. Мы установили на него целую кучу всяких дополнительных деталей. Только посмотрите, у нас появились какие-то бочки, тросы, шланги, навесное оборудование, рация, антенна, передатчики всякие, дополнительный пулемет. Антенны не было здесь. Здесь... Появились какие-то радары вот тут впереди, или что это, прожектора, я не знаю уж, что там по технике-то вот это двигается такое крутое. Чемоданы. Как будто бы радары, чемоданы. Открываются крышечки. Да, короче, нереально, тут большое количество деталей добавилось. А также, еще, вот здесь появились наклейки, я их добавил, здесь Т-90 и там какой-то флаг России с
с орлом. Не мог вспомнить, как называется. Танк получился крутой со всем этим навесным оборудованием. Да, у нас уже есть пульт, мы уже зарядили батарейки. Попробуем включить? Да. Сейчас мы сначала попробуем просто включить, послушаем звук, который он издает, а он издает звуки. Потом заправим его дымом и попробуем пострелять наши пульки. Ну что, готов? Да. Так, чтобы его включить, нам нужно снизу где-то переключатель включить. Вот положение он. Что-нибудь случилось? О, я вижу, заморгали лампочки, смотри. Видишь? Включать звук? Так, давай, врубай пульт. Пульт, подожди, сразу не начинай двигать. Так, пульт наш тоже включен. Надо же аккуратно, а то он сейчас как стрелит в оператора. Так. Ну что, заводим? Да, пробуем. Заводим. Так, здесь есть специальная кнопка для старта. И смотрите, что сейчас должно произойти. Ну-ка, я нажимаю. Офигеть! Это как-то очень-очень громко. Так, я попробую. Подожди, а тут есть громкость. А ну-ка, подожди. О, можно потише. Можно громче. О, можно громкость менять. Ну, давай пока сделаем погромче. Так, теперь что, попробуем двинуться? Да. А ну-ка. Есть и сенсор. Офигеть, нет, надо потише все-таки сделать. Какой он шумный. Круто, офигеть. Так, ладно, подожди, стой. Давайте пока. Воу, реально? Реально из него уже дым идет, хотя мы его еще не заправляли. Кстати, пока дым наш разогревается, давай добавим туда пулик. Давай. Смотрите, пульки заправляются вот сюда. У нас сверху открываются две крышки. Так, давай я тут пока заглушим. Ляй-ляй, махалай. И вот сюда засыпаем наши пульки. Ляй-ляй, махалай. Сколько, я не знаю, вот столько, наверное, хватит, да? Ну давайте еще чуть-чуть. Окей, так, закрыли. Ты, махалай. Давайте сейчас будем стрелять. Единственное, там написано, для предосторожности нужно одевать обязательно очки. Очков у меня нету, у строительных защитных. Поэтому оденем солнцезащитные. Да. Мы не нашли солнцезащитные очки, поэтому будем использовать вот такие вот кровавые. Да. С кровью. Но это на Хэллоуин были куплены очки. Димону мы наденем защиту. Я останусь без защиты, но защита это очень важно. Так, смотрите, я только что разобрался. Оказывается, этот танк может издавать звук. Он сейчас заведенный, но можно регулировать его громкость. Слушайте. Так, можно потише сделать, потом можно прибавить громкость. И вот так вообще громко. И вообще выключить. Так, потом, у нас есть звук стрельбы, смотрите. Это стрельба 1. А это? Это стрельба 2. Пойдет вообще так, сейчас переключим еще раз звук. Круть! Да. Так, теперь убавим звук. Давай. Ну и сейчас самое интересное будет. Стрелять. Попробуем стрельнуть. А стреляет он пульками и стреляет очень круто. Я уже попробовал. Давайте включим звук опять-таки. Так. Оператор чуть-чуть вот сюда в сторонку вставай. Танком мы подъедем. Чуть-чуть сюда. Нацелимся вот так. И смотрите, что сейчас произойдет. Так, прицелились. Приготовились, ты готов? Да. Давай. Круть, смотрите еще раз. И он стреляет реально пульками. Пульки вылетают. Мы сейчас переместимся куда-нибудь на пол или на диван, попробуем погонять, положим ему препятствие и будем стрелять в нашу мишень. Да, конечно. Это же самое главное. Ну что, мы переместились на наш полигон вот такой импровизированный, да, Димон? Да. Димон сейчас попробует поездить, поуправлять. У нас здесь на полигоне стоит наш Митсуба Лансер. Вон там еще какая-то тачка. Димон сейчас это все будет сбивать. Тут у нас Звездные войны, смотрите. И мишень, и Чубака стоит. Ну давай, ты готов ехать? Да. Давай, управляй, поехали. О, какую-то точилу Димон уже переехал. Так. Ему эти препятствия вообще без разницы.
Давит, прям давит, а. Ой, еще стреляет. Всех расстрелял. О, бедная машинка, давай на Митсубу. А, нет. А, жесть. Воу. Так, пошла мишень. Давай теперь пульками постреляем. Ну что, теперь у руля я, и я сейчас попробую сбить кого-нибудь из наших Звездных войн или прямо в мишень попаду, да? Да. Так, ты давай отойди, чтобы тебе в глаз не отлетело. Я тоже вот сюда пересяду. Я готов, попробую прицелиться. Так, сначала попробуем попасть в нашу мишень. Димон, готов? Да. Так, приготовились и... Танс! Мишень попал. Теперь давай в более крупную попробуем нашего Чубакку. Так, Чубакка. Блин, мне непонятно, куда я прицелился. По-моему, чуть надо повыше. Так, готов? Да. А, промах. Так, еще раз. Ну-ка. Попал, но он устоял. Так, еще попробуем чуть левее. Блин, какой Чубакка сильный, смотри. А ну-ка, чуть-чуть сюда. Блин. Так, меня отдача снесло. Еще раз. Короче, Чубакка устоял. Я попробую попасть ему в голову. Да, попал, но он не упал. Так, ну и теперь в нашего белого штурмовика. Смотри, сейчас он упадет, Димон. Смотрите. Круто. Так, а теперь черный. Я не помню, как его зовут. Кайло Рен, нет? А, чуть-чуть. Блин, еще чуть. Попал, круто. Давай. Лицо мое. Всех разнесем. Очень крутой танк. Спасибо каналу Чертята за очередной такой нереальный подарок. Очень крутой танк, он ездит, он шумит, он стреляет. Что тебе больше всего понравилось? Понравилось то, что он стреляет реально пулями, и то, что он издает все реальные звуки танка. Да, на самом деле, танк стреляет пульками, вы видели, мы попали по всем мишеням. И у него, кстати, все открывается. Все работает, все, танк вообще как настоящий, просто огонь, да? Да. Т-90. Теперь у нас есть не только машины, у нас есть настоящий огромный танк. Если вам понравилось, напишите в комментариях, круто это или не очень. Короче говоря... Вот такая вот крутейшая штука. Ездит, стреляет, светится, шумит. Да. Нам очень нравится. Ждем ваших комментариев. Да. Ссылка на канал Чертят, который подарили будет нам этот танк, будет в описании. Привет чертятам. Все, спасибо всем за просмотр. Спасибо. Танк крутой. Мы пошли играть, стрелять и мучить нашу кошку. Ну нет, мучить, конечно, мы ее не будем, но она боится. Ладно, на этом на сегодня все. Мне даже рожи побелели. Рожи побелели. На этом на сегодня все. А ты подписался на канал Рыжиков? Обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного, как наша кошка пугается. Да. Все, всем пока. Пока. До пять.